давайте, уважаемые члены, давайте мы закупим для эксперимента на одной новой поставим. Вот давайте вот левее. Вот в детских садах стоят контейнеры такие же с крышкой. Они же могут их выгружать. Да если вы говорите, другие города. Выгружать они могут. Их Красноярск. Дело в том, что будут ли наши жители открывать. Будут. В детском садике, открывает два человека. Девочка и, допустим, давайте поставим эксперимент. Ну, чё, вы говорили, люди пластик не будут кидать. А люди собирают и кидают пластик в контейнер. Мы сегодня рекоператору высказали, значит, в среду у нас было заседание комиссии городского совета, и депутаты справедливо высказались о том, что у нас недостаточно вот. Ну, не, опять же, хочу сказать, не на всех, но на большей части мусорных контейнеров недостаточно контейнеров для пластиковых этих. То есть люди видят, что уже забиты, они берут и это все кидают. Поэтому мы сегодня проговорили, и они в наличии есть, поэтому мы на тех, то есть проедут управление городским хозяйством, рекоператор, и посмотрим, то есть докупить, ситуация, да? Не докупить, они есть. Просто мы их спустим в эксплуатацию, вот, да, где вот, больше, потому что, вот, опять же, я по своему дому сужу, что вот уже тыкаешь туда, а тут много.